Доброе утро! Сегодня я буду снимать видео, которое называется «День со мной», и вы сможете провести со мной целый день и посмотреть, чем я занимаюсь. Но сейчас я нахожусь на отдыхе в Казани, поэтому это будет такое слегка отпускное видео, но как раз для лета самое то. У нас в отеле еще не работает ресторан, потому что в Казани они только-только открылись, и мы идем на завтрак в соседнее кафе. Мы позавтракали, пришли обратно в отель. У нас здесь очень темно, потому что, видимо, выходят окна на теневую сторону, еще очень плотные занавески, и поэтому кажется, что сейчас ночь. И сейчас я скидываю видео, вот я его смонтировала на телефоне. Не так давно я давала интервью для одного ресурса, и сейчас мне прислали правки, которые нужно срочно проверить перед публикацией интервью в этом медиа. Я сделала пока что все дела, и мы решили съездить для покупки в Икею. Сейчас мы приехали в Икею, стояли немножко в очереди. Икея только открылась вчера, и на входе пускают порциями, пачками людей. Нам удалось затариться в Икее, как вы видите, под завязку. Еле все влезло в машину. Ну что, мы вернулись в отель, разобрали свои покупочки. И сейчас пойдем прогуляемся по Казани и где-нибудь пообедаем, а заодно поужинаем. Мы устали. Гуляли, устали и решили присесть на газон. Здесь все сидят. Все туристы сидят на газоне. Что, друзья, спокойной ночи. Я была очень рада провести с вами целый день, хоть это и не совсем рабочий день, а отпуск. Все равно это было очень приятно. Приятных снов!